А зачем ходишь в садик? Чтобы учиться. Все знать. Чтобы учиться. Чтобы все знать. Чтобы если в школе спросят что-то. Например, здесь часть неизвестная, здесь часть известная, а здесь целая. Как узнать? А я не буду знать. Нужно от целого отнять известную часть. Чтобы учиться. Чтобы мама идти на работу. Чтобы пошла в школу и знала всего многого. Чтобы учиться. Здесь. Научиться подготовиться в школу. Чтобы умный быть. Чтобы все знать. Чтобы учиться. Чтобы научиться чем-то. Чтобы знать все. Чтобы учиться там. Чтобы знать. Чтобы я знал. Учил уроки. И чтобы школы меня не выгоняли. Не знаю. Что всего научиться? Чтобы учиться. Чтобы учиться. Чтобы ходить на хореографию. Я хожу на хореографию, я сегодня хожу. Чтобы учиться. Чтобы все знать. Чтобы писать научиться. Чтобы читать научиться. Чтобы рисовать научиться. Чтобы учиться. Чтобы быть умной. Чтобы дома не сидеть. Try to make us understand. You can only live a life with your love in your hands. It makes me so lucky, happy and sad when you finally realize this dream is as close.
всеми. Данил, Ксюша, Варяник, Тимофей, Артем, Харчиков, Артем Гук. И все. С Олежком. С Василисой. Дима. С Димой. И с Яной. Саша и Олег. С Артемом. Степа. С Артуром. Ой, с Максимом еще. И с Олегом. Олег еще. Саша Пациенко. С Сашей, со Степаном, с Никитой. С Богданой. Еще с Олегом и с Мироном. С Медведем и Харчиком. С Олегом, с Мироном, с Кирой, с Данилом, Денисом, Никитой и Вовой. С Никитой и с Димой. С Сашей Проценкой, который был у вас. С Дариной, с Яной, с Полей и с Ангелиной. С Анжеликой, Дариной, с Ангелиной, с Артемом и с Полей. С Тимофеем и с Мироном. С Анжеликой, с Дариной, с Кирой, с Никитой. С девочками. On the road of life. Oh.
сказать, за что? Потому что они меня родили. За то, что они хорошие. Они покупают игрушки, всякие сладости. За то, что они мне конфеты дают. Чтобы они целовались. Добрые. Добрые. Красивые. Хорошие. Ну, там... Дают мне телефон, не ругают меня. Хорошая. Что они меня любят? Делают что-то для... За то, что они готовят кушать, стирают, гладят. Для меня все делают. Не знаю. Что они подарки покупают. Потому что они меня кормят. Не знаю. Добрые. Потому что они мне все покупают. За то, что они мне покупают всякие игрушки, наборы, кормят меня. И все. За все. Добрые. Хорошие и добрые. За то, что они нам все покупают, нам все делают. Потому что они у меня хорошие. Потому что они всегда нас любят, всех детей, и уважают. Чем люди любят друг друга? Потому что они влюбились. Я не знаю.
Что я хорошо все делаю? Чтобы жить счастливо и богато. Чтобы не быть одиноким. Помогать, нести. Еще поддавать. Кем хочешь быть, когда вырастешь? Балериной. Строителем. Милиционером, как папа. Поваром. Писателем. Пожарником. Футболистом. Тренером по художественной гимнастике. Полицейским. Столько много профессий, что уж не знаю, кем буду. Гонщиком. Да еще не знаю. Строителем. Полицейским. Вообще, когда-то хотел космонавтом стать. Доктором. Милиционером. Дядей. Учителем по гимнастике. Милиционером. Строй. Покуловым. Балериной. Я хочу стать булочником. Писателем. Я хотел полицейским. Street. Meet the guys downtown, backbeat, backseat, living in a
когда кого-то любишь. Это когда кто-то кого-то любит. Не знаю. Это когда-то целуются. Это когда люди друг друга любят. Когда друг друга любят и уважают. Это когда друг друга любят. Ты не хочешь, чтобы у них родился сын? Это когда один человек любит какую-то тетечку. Я это знаю. Это когда влюбился человек в женщину. Когда любит человек ребенка. Это когда друг друга любишь. Это когда его друг друга любит.